ряда не значит, что ты должен разговаривать с Рейой. Еще раз такое предупреждение будет, я позову коменданта, если вы доскажете. Не понижай права младшего состава. Унизил. Я прошу, но я понимаешь, я сколько раз выдал предупреждение, ну, совесть же должна быть какая-то. Нахуй совесть есть только с... Так, идем за мной легким бегом. Я вот эту бестия тренировку провел, а его не засчитал. Смотри, смотри, кто украл мою практику. Передо мной цели. Чего вы здесь столпились? Либо участвуйте, либо идите. По своим делам. А посмотреть нельзя? Нет. Нет. Запрещено. Хочу посмотреть. Товарищ сержант, разрешите? Смотреть запрещено, разрешено участвовать. Съемка идет запрещена. Строй, строй, может? Да, давай, вставай. Так, что вам позадавать? Какие вопросы? Вопросы, вопросы. Смотрите, повторяю, запрещено. Хорошо, кто мы такие? Это написано... Ладно, больше пунктиком. Лексикон расскажи ко мне. Да, так точно. Нет, 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 разрешите... Разрешите узнать, разрешите брать. Подожди. Ты сказал, да, так точно, нет, никак да. Нет. Еще что? Разрешите узнать, разрешите обратиться. Сказал же, шип. Вот что такое. Это был. Подарок кто-то забрал на базе. Подарок? Да, сейчас. Хорошо. Так как ты у нас рядовой рекрут, какой еще вопрос задать? Опа! Опа, команда еще 41-го. Команда еще 41-го. Но команда еще 41-го. Фантастик. Почему спим? Рядовой рекрут. Командующий 41-го подразделения. Ухо не чешем, специалист. Подразделение вроде как неделю. А стрел никак ознакомиться не можешь. Got one. Хорошо, основные правила тогда. Так, основные правила. Скажи-ка мне основные правила, ну. Сейчас удивлю. Не стреляй по своим, выполняется приказы старшим по званию, не перебивай старшим по званию, выполняет принцип пресса старшим по званию. Все? Да, все.
все. Да. Остановите это 41. Цвета 41. Цвета 41, говорю. Штаб-квартира. Хорошо, сколько бойцов погибло на битве спокойно? Блять. Опа! Нет, хотя я правильно сказал? На крыше. Сколько бойцов погибло на битве спокойствия? Да. Никак нет. Вы что, вы как специалист должны это знать. Почему подсказываем рядовой рекрут? Это я не сюда, где случилось, я писал. Хорошо, ладно. Младший лейтенант, я советую после тренировки забрать рядового рекрута, наказать его, потому что как бы я так не хочу. Данный боец нарушает разговоры, то есть правила поведения в строю. Так же ж молчали. Товарищ младший лейтенант, решите бежите за ваши сержанты Кертизу. Так, чё там, какой вопрос? А вы имеете больше дать право РП действий? Почему? Вопрос какой? Сейчас, я тебе не задавал вопрос, товарищ сержант. Подожди. Я тебе не задавал вопрос, подожди. Бля, ты не комендант, я понял. А, рядовой рекрут, почему мы нарушаем правила поведения в строю? В смысле? Я стоял, молчал. Какие нарушения? Ты крутишься. То же самое блендер. Крутится. А, крутится? Крутиться в строю запрещено. А, ну вы мне еще за это расскажете. Бля, ультра хорош. Мало ли чего бойцы... Ой, то есть боец, блять, разговаривал в строю, это первое. Подсказывал бойцам. Вы это, то есть, не замечали, да? Что я... Вопрос. Что я делал? Еще раз нарушу правила поведения в строю. Короче, Кирис, я сейчас свяжусь с комендантом. Блять. Саня, брат. Окенные тики, ёпта. Нытиком ты, блядь, сейчас будешь. Получишь выговор и будешь... Хорошо. Не нравится пить за сцену? Тебя здесь никто 41 не делает. Хорошо, боже. Не пришел, все. Все. Кип, все. Успокойся. Ты меня успокаиваешь сейчас будешь? Убрал оружие. Все. Все. Я молчу. Это приказ. Принял пор лежа. С отжиманий. Товарищ наш лейтенант, можете поконтролировать, пока боец отжимается? Очень вот много нарушает.
Вот комендант. Товарищ капитан, короче, боец очень много раз нарушал технику безопасности, правила поведения в строю. И данный специалист может это все доказать. Надо доказательства, нет? Конечно, только еще насчет техники безопасности ничего делать не могу, за базы ее нету. А, да, ладно, тогда не техника безопасности, тогда правила поведения в строю прям жестко нарушил. Разговаривал, подсказывал бойцам. Так, давайте немного отойдем направо. Секунду. Рядовой рекорд, подтверждаешь это или нет? Понял. Так позже. Все, я лучше отжиматься буду, чем, блядь. Ты это делал или нет? Я лучше же отжиматься буду, я не хочу его слушать. Нет, скажи, ты делал это или нет? Ты это делал или нет, рядовой рекрут? Скажи. Я молчу, все. Откатайте другие, все, я молчу. Рядовой рекрут, у тебя задают вопрос. Какой вопрос, блядь, Маша? Если он сидит ноет, блядь, что мне отвечать, вот? Это кто тут, блядь, еще ноет, я не понял. Тише. Все, давай позже. Все, все тихо. Рядовой рекрут, это приказ, скажи. Ты знаешь, что он говорит? То есть ты нарушал правила поведения все или нет? Боже, а я где-то так точно. Все, дайте отжимать и уйду, все. Допустим. Если он нарушал, могу выдать взыскание. Если это было. Давайте взыскание, в чем проблема. А кто может провести экзамен? Секунду. На секунду. Ты предупреждение давал или нет? Конечно, давал, но. Я тоже давал. Еще даже на П давал. Так, вы сейчас занимаетесь бойцом, я провожу данным бойцам тренировку, потому что как бы сейчас немного занят. Бойцы, давайте вправо, отойдем вправо, вправо, вправо. Давайте, специалисты. Это лево, ну ладно. Ну, для вас лево, да-да-да. Все, соединитесь. Ксенки. Ох, блядь, должен был что-то рассказать вам. Нет, блядь, рядовой рекрут будет мне ебать тут мозги еще. Расскажи-ка мне про бластерный карабин DC-15 CSPM. Бластер DC-15 CSP это бластерный карабин, который представляет собой разновидность винтовки Blastec. DC-15 Blaster DC-15 CSP оснащен прицелом и модулями, снижающими разброс, но при этом не уменьшающий урон карабина. Бластеры DC-15 SP ведут огонь заряженными пучками плазмы, активированными газами. Все, нормально. А сколько стоит RPS-6? Что? RPS-6, ну или RPG как это называется. RPS вроде как, сейчас посмотрю. Да, сколько стоит гранатомет? И на первом. Так, сейчас. Ой. Что это было? А это откат у него произошел. И потом он. То есть мне на. Можете подсказать, где это? Трейл, основная информация. Устав вар трейла. Поищи, там есть. Got
Ну я, блядь, на шутку нахуй похож. Что за пиздец? Почему один ведет себя неадекватно, а другой ливнул, не предупредив меня? Фантастик. Давай. Нет, продается, цена есть. Цену мне надо было назвать РПГ. Yeah. Никак нет, РПС 6. Все, мне уже блендер ответил. Да, Йоксум, а куда? Здесь. Куда пропал? Вылетел. Что-то как короче, я сейчас пойду проводить экзамен, он там, он рядовом. Запишешь меня как наблюдающий офицер. НПЗ скинь. Блять. Не камень. Да, вот ты сейчас отрабатываешь 100 отжиманий, после чего там просил трешка или маршал-командера отработку.